Так-то просто молиться за него, быть ему добрым и ждать, пока перебесит, и сердце вернется. А даст Бог, так будет. Не сейчас, так позже. Не через 5 лет, так через 10. Вот. Это такая тема очень распространенная и проблемная. Мало кто знает, как на эти вопросы вообще отвечать. Понимаете? Что это замкнутый круг такой получается. Я часто эти вопросы задавал священникам, которых я приглашал на те или иные беседы, но у священников, ну, бывают такие проблемы с тем, просто я звал обычно священников, у которых получилось, да, то есть священников, у которых большие семьи церковные, но у кого спрашивать еще о семейных отношениях, как не у тех, у кого есть успех, да?